Дорогие наши зрители, мы с вами смотрим на один из самых удивительных по своей красоте, архитектуре и святыням московский храм Воскресения Христова в Сокольниках. Двухэтажный, с 9 куполами. А высота храма 34 метра. И в своей форме имеет форму креста. Выстрелил он в 1909 году в стиле модерн. По месту положения у Сокольничьей заставы. И история этого величественного памятника, красивого, необыкновенного, связана с именем протоиерея, его первого настоятеля, строителя Ивана Кедрова. Посмотрите его облик. Несмотря на возраст, ему было около 30 лет, он был один из самых уважаемых протоиереев в Москве. Храм Воскресения Христова в Сокольниках. Вот его такой боковой вид. Модерн. Древнерусский стиль. Главный портал храма Воскресения Христова в Сокольниках. В неорусском стиле. Вот такой устремленный вверх в шатровом стиле. Посмотрим сейчас вид сбоку. Неорусский стиль. Известно расположение звонницы этого храма в нижнем ярусе, не наверху, боковой предел.